20 сентября в Ледовом дворце «Арктика» состоялся товарищеский матч по хоккею в честь 85-летия образования Ленинского муниципального района Московской области. В нем приняли участие команды ветераны «Динамо» и «Металлург» из города Видное, рассказывает Елена Бабина. Еще мало кто знает, но в городе Видное к большой радости любителей хоккея появилась команда «Металлург». Она создана под опекой городского центра спорта и уже показывает достойные результаты. Они являются трехкратными бронзовыми призерами объединенной Московской хоккейной лиги, где выступают очень сильные команды из Москвы. Не секрет, что видновский «Металлург» ассоциируется пока с другим видом спорта – с мотоболом. И имя этого мотобольного клуба по праву заслужило международную известность. Планку подняли так высоко с точки зрения соревнований чемпионатов Европы, России, Советского Союза. Конечно, по этому хоккею, «Металлургу» хоккею я, конечно, пожелаю. Хотя бы, ну, хоккей – это гораздо сложнее, это сложный путь, чтобы пройти до чемпиона даже России. Это очень сложно, потому что команда только начинает. Хотя, ну, условия есть, условия хорошие, я считаю, что так должно быть. А условия для хоккейного «Металлурга» действительно созданы. Две тренировки в неделю в Ледовом дворце «Арктика», который является теперь домашней ареной клуба. А также проведение таких вот товарищеских матчей. Болельщики с удовольствием пришли поддержать свою команду и посмотреть на игру звезд хоккея. Такие мастера к нам приехали сегодня, и надо сыграть хорошо. Когда был маленький, смотрел трансляции по центральному телевидению, я запомнил Фаткулина, мне очень нравился Фаткулин. Вот сейчас он в составе, живой, как говорится, здоровый. Кроме Александра Фаткулина, за команду ветеранов «Динамо» играли Владимир Зубрильчев, Василий Первухин. И несмотря на то, что средний возраст команды ветеранов 50 лет, хоккеисты приехали показать классную игру. Самое главное – здоровый образ жизни. А тяжело, не тяжело – это уже, как бы сказать, любимое дело. От него никуда не денешься. Много интриги. Вот интересно, а кто выиграет там, кто проиграет? А выиграли «Динамовцы». Матч закончился со счетом 5-4 в пользу ветеранов. Обе команды показали красивую, зрелищную игру, где были острые моменты, красивые голы и поддержка трибун. Я уверен, что этот вид спорта необходимо популяризировать. Мы приложим с помощью городского центра спорта города Видное все усилия для того, чтобы действительно наши мальчишки пришли в этот вид спорта и сделали большие достижения, так же, как команда «Металлург». Ну, пожелать, чтобы ребята из Видного защищали цвета наших команд, особенно сборную. Да, такой хоккей нам нужен. Елена Бабина, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.